Всем привет! Хочу показать свой последний бой 2 на 2, кстати, из-за которого я уже 13 ранг получил. Бой довольно интересный получился, но пришлось, скажем так, немного заголодеть. Ну, соперники, как видите, не очень. 12-10 ранг против 13-го, но все же, блин, товарищи 13-го ранга они вынесли на ура. Ну что ж, посмотрим, что там у нас получилось. Ну, мне пришлось немного, конечно, заголодеть. Потому что, наверное, так не вытянул бы. Может, и без голды вытянул бы. Даже на той самой синьке. Но рисковать я не стал. Решил все-таки бой выиграть. Ну, развертка как по стандарту. Поставлю на перемотку, наверное. Ну и все, пошла жара. Ящика я тут вроде собрал нормально. Немного проебал. Но здесь ящик, не помню, взял, да, взял. Или не я взял. Вот, как видим, я забежал на базу и сразу... Вообще-то думал, что будет молотораж, потому что я увидел завод штурмовых машин. Тут и здесь, когда разведали. И увидел второй штаб уже был у них. На пехоту я вообще не рассчитывал, что будет пехота раж. Но... Был пехораж. Хотя я ожидал молотков. У меня, как всегда, два завода диких. И гренов начал клепать против его молотков. Карта довольно большая. Как видите. Вот, начинает. Смотрите, что он вытворяет. А? Какая минута? Четвертая минута. Да знаю, я уже отправил к нему всех своих. Всю свою подмогу. И пока они прибежали, уже полбазы снесли, блин. Вы сами видите, сколько тут, блин, пехов, блин. А пехотинцы у конфы, это имба тоже, блин. И тут я ему, как видите, ничем помочь уже не смог. Я уже видел, что не было смысла отправлять и ушел назад. Решил идти в контратаку. Здесь отправил уже всех своих, что он успел насобирать. К нему на базу. Мудаки. Конечно, мудаки, блядь. Чё ж ты, блядь, ни вышек нихуя не поставил. Вот тебе и мудаки, блядь. У меня-то уже пару вышек стояло. Как видите, 7-я минута и уже вынесли полностью на изи. Ну, здесь я пошел в атаку. Ну, конечно, въебал, блядь, золотую атаку, блядь. Здесь база у него голенькая, блядь. Вот они все пошли ко мне на базу. Ну, не тут-то было. Тут у меня уже качественные вышки стоят, блядь. И пехота у меня тоже качана. Еще и дикие фуловые. Так что тут он уже отсосал у меня, блядь. Нихуя они тут не сделали. Пока он мне тут, блядь, выражает, я уже тут базу выношу, блин. Тут уже напарничек решил отстроиться, блин. Ну все, у меня уже, блин, вся армия почти целая осталась. И чё, я начинаю опять синего драконить, пока он тут приехал своими молотками выносить базу под моего напарничка, блин. Я уже у него в гостях, блин. Как видите, мои грены, блин, тут неплохо выносят, блин. Они, конечно, не фуловые, но прокачаны не очень плохо. И чё он сделает? Всё, я ему уже
Полбазы снес, блин. Сейчас он молоточком вроде бы даже и ко мне приедет или не успеет. А, да, успеет и ко мне еще заехать. А может и нет, не помню. Что заебись? Заебись. Только я понял, что вот здесь еще, наверное, штаб отстраивается. Да. Потому что я уже видел, что он молоточек туда погнал. Типа, защищать. Мудак, блин. Что, зарашили, блядь? Пехараши, блядь, ебаный. Ну, что это такое, блядь? Смотрите, сколько диких, блядь. Дикие имба, блядь. С гренами в паре, блядь, я вам скажу, это так, так себе тактика неплохая, блядь. Ну, что-то такое вот бой получился. Что-то такое вот какой-то бой. Чё, хотел показать свой кач, что я за это время прокачал. Где это у меня там, что у меня там, а вот, ну, где-то здесь, посмотрим. Ну, штаб немного прокачал, уже добавил по энергии, по снабжению, даже КО добавил. Ну, так себе. Строить двор, да, хочу прокачать. Нужно прокачать, очень нужно. Ну, надо сначала по житухе, блин, пробить, чтобы вот это открыть. Радиус строительства нужно больше. Пока что на троечке это мало не хватает. Вообще мало. Я не знаю, что я сейчас поставил на прокачку. А, у меня, кстати, сейчас строй двор улучшается. Что это у нас? А, время строительства. Конечно, прогнал я. Мне надо было вот что прокачать первым делом. Блять, и радиус больше. Ну ладно, уже что есть. По электростанции. Вообще у меня тут голяк, блин. Тоже нужна она. Что одно единственное, это я центр снабжения был прокачал, но сейчас ранг повысился и опять надо. Сколько тут? 4 дня, блин, 76 тысяч. Ну, денежек уже насобирал немного. Не знаю. Тут 48, короче. Блин, трохи надо вкинуть деньжат. И месяц качаться еще, блин. До следующего тура. Надо прокачаться нормально. Ну да ладно, что тут по зданиям, тут все понятно. О, по юнитам. Вот они мои стрелки, блин, я их качал, блядь. Ай, блядь. И уже дальше, наверное, качать не буду. Все, хватит с них. Не толку от них, блин. Пехов в комфу они не выносят. Слабенькие. На разведке их хватает вполне. Такие кени есть сейчас, на данный момент. Короче, больше их качать не хочу. Кренов я немного прокачал. Ну и еще, как видите, надо качать и качать их, блин. Ну вот тут. Еще сколько, блин, 4 дня, блин, только одного грена прокачать. Чтоб ему жизни добавило. Ну и это надо, блин. Ну тут уже, конечно, на рангисы. Вот тут а тоже 3 дня броняю жизнь. Но это тоже надо, шлем это надо. Надо. Ну, снайпера я, понятное дело, вообще не качал. Какой будку есть, койот так само, броненосец. Открылся у меня броненосец. Надо опять его качать. Но я, наверное, пока его качать не буду. Я ягуаром был, занялся. Немного подкачал его. И еще его качать и качать тоже. Ну, как видите, все, блин, 3-2 дня. Ну, короче, по идее, тысячу в него валить, и он немного еще прокачается. Вот дикобраз у меня почти фуловый. Ну, это опять мне же открылось. Тут что у нас требуется? 15-й. 14, 15 и 14. Ну, тут уже пооткрывалось на 13 у меня. Вот увеличение скорости ремонта я что-то никому не качаю, не знаю для чего. Они мне и так смертники, если уже едут, я их назад уже не возвращаю. Ну, в принципе, может и стоило бы прокачать ремонт. Ну, в дальнейшем посмотрим. Ну и что, а дальше ни хрена уже не качано. Основные юниты у меня это грена, блять, дикие, ну, немного явара мы играем уже останем временем, ну и стрелка мы, все, брониками я что-то уже перестал играть, не знаю, блин, мне кажется лучше наклепать побольше гренов, нежели, блять, этих самых даже броников.
Разочаровали меня эти броники, я их качал, блин, фуловым всегда держал. Пытался ими играть, но что-то, блядь, туря ими не особо поиграешь. Выносят, блядь, на изи, блядь. Даже те самые молотки их, блин, просто крошат. А вот гренчиков нахуяришь, и молоточки уже немного отдыхают против гренов. Даже не отдыхает, а отсасывают. Ну и че тут? Больше ничего. Ну, клетч-то немного был, прокачал. Так. Он вообще у меня стоковый был. Ну. Я авиации почти не играю. Редко. Но я скажу, это очень нужный юнит. Дальше нужен будет. Его надо делать фуловым кречетом. Фуловый кречет и фуловый авиазавод и фуловый, блин, этот, как его, аэродром. Потому что дальше без кречета играть будет очень тяжело. Без прокачанного кречета. Ну, что тут такое, короче. Ну, ладно, всем спасибо, всем пока.